Друзья, всем привет! Мы снова на рыбалке, как и обещали вам, на плотиках. Единственное, что обещали мы вам по рекам походить, но осень такая теплая, сейчас жара, и по идее эта рыба не должна была спуститься на среднюю воду. Значит, что можно еще поплавать по озерам, пока есть возможность покидать в забросик под камышек, надо этим пользоваться, то есть реки будут попозже. Приходится таскать эти плотики через леса и с одного озера на другое перепрыгивать. Ну, озера оказались не такими маленькими, как мы смотрели по карте, поэтому будем обловить по одному берегу на каждом озере. Может быть, успеем там 3-4 озера обловить. Нам нужны камыши, так, 2 метра ямка. Давай, Лада, все. Хорошая? Ну все, Борис. Ой-ой-ой. Все. Фрикцион ослаб, пускай плавает. О, тихо. Бро. Рука болит уже, все, она прям тянет меня. Маленькая. Забагрил. Да не, Вадик, упустит. Ты что делаешь? Пускай поплавает, когда устанет. Вон она, уже областы мои грызет. Огромная. Ну да, получается, я ее немножко подбагрил. Да, и поэтому. Потому такое ощущение. Мне кажется, щука немного расстроена, Вадик. Да? Да. Надо ей что-то сказать? Не, она расстроена по другому поводу. По какому? Ну, слишком мало людей подписываются на канал, говорит. Так что, парни, давайте не будем расстраивать щуку. Смотри, с уголка еще одну. Так что, друзья, не расстраивайте щуку. Подписывайтесь на канал. Есть. Мне-то кинуть не дает, главное. Все ловит. Давай, бро, помогай. Опять что ли, Вадик? Я пока помогаю, ты рыбу ловишь. Я не буду закидывать без тебя вообще. Слушай, хорошенькая. Главный вопрос у подписчиков был. Ну и, собственно, у меня тоже, к тебе. Мне? Угу. Странно, почему у вас вообще вопросы ко мне? Возникают еще какие, Вадик? Люди спрашивают, когда ты перестанешь мою рыбу ловить? Ничего себе! Что знаешь, мою, твою? Давай. Что знаешь, твою, мою, я не понял. Мою рыбу ловишь, говорят. Ну, что за фигня? Я должен ловить. Почему? А ты должен быть на подстраховке. Да почему это так? Ну как, правила такие. Правила, ты же знаешь, для того, чтобы их нарушать. Держи свою подругу. Прихватывай ее, чтобы она там тебе не вцепилась. А я пошел менять приманку и рыбачить. Так, упавший лист мешает немножко проводке. Крюки сразу цепляют. Начинается борода какая-то. Есть, прямо под листопадом взяла. Слышишь, Вадик? О, пошла травля. О, покрупнее, чувак. Хорошая щучка. Сидит, правда, не очень хорошо. Ну, давай, иди. Иди к папе. О, отличная щука, бро. Как бы только тебе взять-то. Окатило водой. Да, ребята, брать, конечно, щуку в плотик не очень удобно. Ну и результат такой, что, Вадик, смотри, подал под камыш глухо, но как начал проводить за листопадом, вот на границе выхода из листопада сразу выскочило. Я даже видел эту ситуацию. Брат, вот такая щука. Отличная щука.
Камыш дает результаты, в общем. Мы не ошиблись в выборе места ловли. Получается, что все пока что нас устраивает. Да, Вадик, тебя все устраивает? Сейчас пройдем. Была поклевочка. Ах ты, собака. Что, поклевка? Да, была. Вот здесь долови. Так она шла от камыша или как думаешь? От камыша. Две было, два тычка. Доловил? Есть, есть. Тычок. Вот, вот, вот. Сейчас будет еще атака. Жди. Она должна возвращаться в норку свою. Олег, давай ее добьем, она уже достала. Может быть там, ну, тростничок? Нет, нет, есть. Все, готово дело. Не, ну ты мелко. Не, ну понятно, что не аллигатор. Так, надо далеко не убирать щипцы, походу Олег сейчас будет бомбить вообще здесь. Да, она такая 6 раз, короче, кидалась на приманке. И вот все-таки села. Вот голод не тетка, да? Есть! Я ее доловил. Блин, как так-то? Не заснял засечку. А что, она не плывет? Сейчас я ее... Бах! Веслом. Есть. Дуреха. О, беги, подруга. Красава, Вадик. Слевей взял или вот в этом лимане? Вот посерединке практически. Ага. А почему я кинул вправо и там не было поклевки? Вообще должна быть поклевочка. Есть, есть, есть. Но что-то мелкое. Очень маленькое. Вот такая щука. По-моему, я ее. Хорошая щука.
Как щучка? Упирается, Вадик. Не крупно, наверное. Ну, я уже вижу ее. Шикарно, Вадик. Я вот что-то, блин, прям наслаждаюсь. Так это прекрасно. Так и должно быть. Есть. Так вот, что-то знаешь, у меня вот в последнее время идет на легкий-легкий твич. Вот, вот. На такой маленький совершенно, ну, как бы, невзначай. Вот, друзья, пошла жара, пошла. Вот бар борется со мной. Мегабас, пожалуйста, X140 отрабатывает. Еще надо приноровиться, как вот, чтобы она не запутывала тут ничего, когда ее пытаешься высвободить. Давай. Красавица. Перепутала мне здесь все. О, какая. Вот теперь сама-то уплыла, я должен разбираться со всем этим. Надо было ей заставить распутывать. Ну, пока рыбалка складывается весьма удачно у нас, ребята. Мне очень нравится. Много поклевок, много ходьбы, много труда. Красивые пейзажи. Все просто великолепно. Сейчас выйдем к озеру. Сейчас с Вадиком встретимся в нужной точке. И пойдем. Опа, черника. Так. Весьма годная. Октябрь месяц. Я думал, она уже отошла. Сочная-то какая. Странно. Так, ребятки, я, наверное, знаете, что сделаю? Посижу, пойдем черники. А вы давайте не переключайтесь. Дальше будет еще интереснее. Дальше я буду ловить больших щук. Я так думаю. А пока вот черничку поем. Эй, бро! Хорошая? Ну, побольше тех! Не, такая же! А? Такая же! Понятно! Есть! Отлично. Небольшой.
Вадик есть. Маленькая. Ну, взяла не из-под камыша, а из-под ямки выскочила. Там, видимо, такой свальчик небольшой. Есть? Странно, что сейчас здесь обкидали мегабасом, ноль эмоций. Рудра дала сразу результат. Хорошая щучка. За хвост ее можешь зажать. Давай. Блин, я уже... Давай. Из-под камня. Неплохая такая, упористая. Вот здесь камень валун. Я мимо него прошел и прям выглядел, как она выскочила. Хороший экземпляр, Олег. Ну, неплохая такая, да. О! Тяжелая. Блёха, тяжелая, что-то, Вадик. Я ее взвешу сейчас. Давай, вот для того камыша марш бросок и все. Ну что, доволен рыбалкой? Да. Да? Вообще нет. Ну, вот это озеро. Второе. Должно быть две неплохие щуки, да? Ага. Здесь как бы рыбка-то покрупнее. Блин, жалко, еще мало времени было на отлов. Так будет три бы озера хотя бы капитально бы обловить. Не, крутая была рыбалка. Дошли. Так, друзья, наша рыбалка закончилась. Мы наконец-таки дома добрались. Сейчас будем отдыхать, устали. Топить баньку. Сезон открытой воды уже подходит к своему логическому завершению, и поэтому можно уже подвести какие-то свои результаты по этому сезону. Сплав за щукой, где Вадик поймал свою трофейную рыбу в этом году на 8 килограмм. Рыбалка была действительно обалденная, интересная, тяжелая. И там показал себя с наилучшей стороны ОСП, варуна кислотного цвета. Собственно, наверное, этой рыбалке мы отдаем первое место в этом году. Вот. Хотим разыграть среди вас точно такую же приманку ОСП Варуна. Вот она новенькая, в коробочке. Может быть, кому-нибудь из вас тоже повезет, и эта приманка подарит тоже довольно неплохую рыбину. Эта приманка может быть ваша, мы с удовольствием вам, своим любимым подписчикам, ее отдадим. Просто оставляйте комментарии под этим видео. И уже на следующее к следующему видео мы подведем результаты, разыграем в роли. Да? Да, все именно так. Вот. Так что, ребята, подписывайтесь, оставляйте комментарии, и мы пришлем вам воблерок этот великолепный. Да, единственное условие, что на территории Российской Федерации, потому что слать воблерок почтой в другую страну получается безумные деньги, и это просто ерунда. Вообще в идеале было бы круто, если бы в Петербурге бы. Приехали бы сами, отдали. Да. А так посылочкой DPD закажем, отправит, из рук в руки передаст.